Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка. Блять, что нахуй? Да. С первого раза. Найс. А ну? Сейчас, а ну, интересно послушать, как вообще я звучу, допустим, на телефоне. А, ну кайф, нормально. Нормально. Не, реально нормально. Я думал, типа, ну так тихо, как-то. Там, звук говном. Нормально, кайф. Я бы стал себя смотреть. Наверное. Или нет? Чё, let's go. Получается. Я могу вообще, конечно, по-другому сделать. Сейчас. Экономия трафика, качество видео. Специальные возможности скорее. Нет. Автовоспроизведение, качество видео. Просмотр на телевизоре. Нет. Управление действиями нет. Бля, я хотел, короче, белый цвет включить. Белую тему. Темку. Да, блядь, иди нахуй. Долбоёб, блядь. Ща. Бля, или в пизду надо дрочно заниматься. Экономия трафика. Нет. Качество видео, просмотр направления действиями. Ну, тоже, да? Какие нахуй управления действиями? Экспериментальная функция. Как это понимать? Премиум. Идите нахуй своим премиумом, блядь. Скоро вообще YouTube платный стоит, станет, мне кажется. Ну, у нас нет. На западном рынке, да. Конфиденциальность, попробуй экспериментальная функция. Считай платежи. Нет уведомления, нет связанные чат, субтитры, нет специально. Я хуй, значит. Ну, похуй. Все. Окей, let's go. Итак, что мы имеем? Так, время сколько у меня? 1:20. Что написано было? Type writer. Type writer. Печатная машинка. Да, вот. Скорее всего. Так. А, ну, во-первых, две хилки не нужно, учитывая, что у меня файн по здоровью. А, ну, смотрите, у меня мало патронов. Мне их вообще нет на пистолете. А у пистолета занимает две эти самых. А тут много патронов. Неурядица. UBCS New Weaponry Notice. Новые оружейные записки какие-то. Так, это все, конечно, потом. Good news. Limp Dicks. Какой-то Limp Dicks. First Aid Kit, еще один. Куда мне его девать? Непонятно. Короче, тогда вот этот. А, стоп, 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 стоп. Короче, патронов много навалили. Патронов прям навалили, блядь. И first кидом. У меня хилок очень много. Суть дела. Короче, я, наверное, вот это вот убираю. Ой. То есть я не знаю, какова пригодность пистолета, если у меня нет патронов. Да? Отмычка. Ну, отмычку, как правило, как бы я могу посмотреть всегда. То есть, ну, на карте просто запомнить, где она находится, либо отметить, посмотреть на карте.
И ей уже заниматься. Так, explosive rounds. Взрывные. И mine rounds. Основные. Или кислотные. Mine rounds. Ammo for grenade launcher files. Flies. To its target using its own propulsing system. Короче. Короче. У меня граната есть, хотя, бля, нет. Я лучше возьму, короче, вот так, да, чем нож, конечно, тоже вот, сомнительная штука, ну ладно. Вот, типа, зачем мне пистолет, если на нем мало патронов? Explosive rounds, mine, нет, explosive давай. Что и больше всего, потому что, мне кажется, они к большему количеству врагов подходят, чем флейм раунза. Так, ну давайте. Let's go, motherfuck. А, я сохранюсь, кстати. Потому что я сейчас очень довольно много всяких приколюх сделал. Чтобы мне не сохраниться. Все, погнали. Так. Слева тупик. Пон. Так, начинается. Может мне их закидать этим самым? Нахуй оно мне надо, да? Сейчас тратить на них. Ну так. Так, я рестарт делаю, потому что мне вообще не нравится, что сейчас произошло. Вообще, ну то есть, обосрался я конкретно, то есть, мало того, что самого не убил, так еще и с дробаша не убил. Сейчас мне нужно так выстрелить, чтобы, короче, убило все. Вот. Как-то так. Как-то так. Вот. Вот это уже, да. Вот это уже можно играть нормально. Без всякого сожаления, что я проебал, блядь, дохуя патронов. Хотя мне и так их достаточно, более чем. Но все равно. Потому что не знаю, сколько мне пригодится патронов для босса. Я не знаю, насколько верно это решение было. Что там, блядь, происходит, нахуй? Пугают меня, блядь, гандоны. Ля. И сзади. Ну это резик, это они любят, чисто. Это же бинуральный звук у них там, все такое. Который был во втором резике. Который потом перекочевал в название 3D. Мне больше на самом деле нравился бинуральный, лучше бы они оставили. Типа 3D, 3D любая игра пишет, что у них 3D звук. 3D звук, у нас 3D звук, блять. Вот. Бинуральный звучит попрестижнее. По сути, это одно и то же, то есть суть одна и та же. Технология. Что? Этот ублюдок до сих пор жив, я не могу оставаться здесь. Escape the creature. Покинуть creature. Что? Не знаю, здание, не здание. Что-то надо покинуть. Место какое-то. Ну,
Судя по всему, это место, в котором мы сейчас находимся. Так, ну чё? Могу сказать, красиво. Красиво. Сохраняшкин. 15-секундный. Или не сохранять, потом просто у меня сохранение все равно несколько, то есть вот в разных локациях, то есть в четырех разных локациях по сути. Поэтому зачем мне с вами сейчас этим заниматься на стриме? Логично. Вот. А, сохраня... Оп. Ага. Но 7 патронов-то мало. Это один зомби где-то. Вот, а сохраняю я для того, чтобы потом были футажи для видосов. Вот. Ну, логично. Ну, и для себя, может быть, для памяти. Но я немного оставлю, скорее, скриншоты для памяти. Они меньше весят. Вот. Как-то так. В лучшем качестве. Хотя я тоже могу 4К делать. Те самые видосы, но это прям дрочно. Clock Tower Brooch. Брошюра. Брошюра. Серьезно, от этого слова пошло? Брошюра. Брошюра. Гуайд памфлет. Правила памфлета какого-то. Так, Сент Майклс Клок Тауэр. Башня, часовая башня какого-то святого Майкла. Не, ну красиво. Что? Это звуки самого? Не, но что могу сказать? Capcom хорошо поработали над местностью, ну, открытой местностью. В четвертом резике, да, так сказать, то есть. Эти текстурки у них остались сохранены, то есть. Улица выглядит, конечно, не так красиво, как RPD, допустим, здание полиции во второй части. Вот. Ну, то есть, здания у них лучше получались, чем улица. Хотя она тоже выглядит хорошо, но не настолько шедеврально, как это самое. У меня уже три хилки, найс. Я выкачал сундучок. Короче, как самое. Как RPD, да. И... Шиза, с кем базаришь? Да сам собой. Типа, я уже миллион раз говорил, стримлю, чтобы делать вид, что я с кем-то разговариваю. На самом деле, я разговариваю с самим собой. Вот. Чтобы в реале, ну, в IRL, как бы не было никаких поводов думать, что я шизоид. Вот. Ну, понял, типа, оправдываю себя, свою шизу. Здорово, здорово, здорово. Так, тут, короче, будет босс-файт, насколько я помню. Найс. Даниэль умеет вроде. Carlos, respond. Yeah, what's up? Да, что? We didn't make it. Мы не сделали это. А, мы сделали это. Derailed. Этот Was anyone hurt? поезд. Everybody's Кто-то пострадал. Все Mikhail, бы... everybody. А, все сдохли, и Михаил тоже. Николай left us to die. Николай покинул нас умирать. Что? Какого хуя? Он вернулся. Она вернулась. Что случилось? Джилл, ответь. Ладно, благодарим скрипты, что мы не умираем. Я так понимаю, это предпоследний файт с Немезис. Да. Последний будет, ну, давно это сейчас. Мать, мать. Да, ну ты, дядя.
Какие-то трассирующие патроны. Так, по-любому на локации раскиданы патроны. Надо искать. Да. Эй, отстань. Мы так не договаривались. Ну да, натуре. Окей. Я ухожу. А ну, щенок, иди сюда. А ну иди сюда, щенок, блядь. Блядь, 26 тысяч. Ой, 26 тысяч. 26 патронов. Ля. Не, ну батёк такого не исполняет, конечно. Он со спиной, блядь, постоянно. Эй. Подойди. А, у меня мало... мало жизик. Плохо. Я сдох. Невозможно. Нет, не сдох. Спасибо скриптам. Хилкам. Еще будут? А ну щено, смотри, как я паркуром занимался. Твои года. Сейчас будет прыгать. Ага, ага, расскажешь, брат. Нет. Я убегал, в смысле? Почему попадаешь? Так, у меня файн, если надо смешать. Ну это смешно, кстати. Даже не серьезно. Я даже так сказал. Это не серьезно. Бля, а я уже не смогу смешать, да? Нет. Где supplies и все? Ладно. Ну я не знаю, ну вообще. Что еще? Заебал, блядь. Ненормально. Supplies будут?
как бы. Блядь, не попадаю. Нет, 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 нет! Перезарядка, блядь! Что? Отстал! Отстал быстро! Огонь! Отстал. Блять. Что делать? У меня патронов нет. Ну типа, нет патронов. Все. Здоровья мало. Надо было беречь здоровье с молоду. Все, здоровья не осталось. Всю молодость курила, бухала, вот теперь за желудок держится. Типа, ну, мне говорили. А что, мне помогать вообще будут? Или я тут брошен на произвол судьбы? Помощь будет? Чуть хотя бы помощи будет. У меня красная зона. Defeat the creature. Я должен защищать какую-то хуйню. Хотя защищать нужно меня, очевидно. Ну а что я сделаю? Study it movements and try to launch a mine round. Try to launch a mine round into its path. If you're successful, you'll have a prime opportunity to attack when it falls to the ground. Понятное дело. Куда? О, я забыл, что можно доджить. Все, забыл. Остановись. Стой. Некуда девать. Серьезно? Ладно. Что делать? Блять. Серьезно?
он творит? Бля, у меня слишком много патронов. Ну, of course, ее не поставит. Как еще? Ладно, давай дробаша попробуем. Ну тот же дал у нас. Ты совершаешь узаченшую ошибку. Согласен. Давай, давай, давай. Эй, я уклонялся. Я уклонялся. Блять. Честность. Честность будет? А честность выйдет? Окей, бро. Твоя взяла. Я сдаюсь. Бегался, ты дружище. Блять, добегался. Есть окно. Есть окно. Окошечко. Так, вот это мне не нужно. Бесполезно. А, значит, у меня сколько? У меня 3 хилки. Полноценных. Патронов немного, кстати. Ой. Минус еще один патрон. Stop it. Да, у меня, конечно, не было патронов, но она... накрафтила. Оп, вставила, я пошла. Carlos, you still there? Come on, you're gonna crap out on me now? Накрафтила, накрафтила мне патронов. Так, вот это тоже мы лутаем, потому что 47 патронов на пистолет пропадать просто не имеет права. Тут где-то трава была. Да. Да. Вот тут ничего нет? Нет. Тоже ничего нет. Так, а куда мне? А, да. Найсово. Найсово, дайсово. Так. Хилок много. Патронов нет. Но в целом, сколько? 9 патронов этого пока достаточно. Ну и чё? У меня еще, конечно, есть пистолет, но пистолета самого нет. Найс. Чё, лалочка. А, кстати, он у нас, возможно, сейчас... это... самое, того самое. Да. Не так. Но патронов... у меня нет... у меня не было пистолета. У меня не было пистолета. О, вот это кайф. Но под пистолета у меня, кстати, не было. То есть это... чуть-чуть на... бля, мразь. А? Все, мы ВИЧ-инфицированы. Ш-
Что? Почему его не убивает? Короче, он, я понял. Он типа с каким-то образом его не убивает, да, Немезис, потому что. Потому что он, короче, с Амбреллой на контракте. На контрактной службе. Понятно. Tyrell, do you copy? Как она, кстати, не превратилась в зомби, если она уже находится в зомби долго? Несколько часов достаточно, чтобы все это каким быть. Хотя не, несколько часов много. Стоп, а там через спустя день, кажется. Спустя день. I got you. Да, и сейчас мы, короче, будем играть за Типеллу. September Spencer Memorial Hospital. Fight it, Jill. Борись, Джилл. Борьба. I'm gonna get you the vaccine. Я найду для тебя вакцину. Отвечай, Джилл. It'll be okay. I promise. Все будет в порядке, Джилл. Я найду тебя... парня. Ты перестанешь мучиться от кошмаров. А, нужно найти этот самый. О, это значит, что мы сейчас будем гамать за Карлоса. Блин, сказано, что игра проходится за средний уровень сложности за 6 часов. Я играю уже порядка 9 часов. Так, а, ну-ка, ну, да, хорошо. Окей, я очень много читаю. Их записки на английском. Ладно, просто на русском. Я их быстро прочитал бы все. Так, я приходится переводить. Так, две хилки до этого достаточно. Три флешки этого достаточно. И патронов в целом достаточно. Погнали. Что могу сказать? Ой, я помню, да, тут придется дефать, короче. За хуйня. Придется дефать вот это здание. Tyrell, where's Bard now? Gotta be the lab in the back. Stay frosty, I'm on my way. Copy. I'll go on ahead. Stay frosty. Stay frosty, что значит? Типа, оставайся замороженным. Но вряд ли это как очередная идиома в английском языке. Так. Че, я это оставляю? Потому что это, ну, может мне пригодиться. На самом-то деле. Ну, в ходе защиты этого здания. Хилок у меня и так много, поэтому оставлю. И неужели я не могу это перестрелить? Вот так вот. Сейчас. Вот так вот. Нет, вот так. Не знаю. Такое ощущение, как будто получилось бы. Так, я в лабе. Так. Ну, let's go. О, я вспомнил, да. Начинаю вспоминать. Интерестинг, атмосфер, вайб. Ну давай, по чуть-чуть начнем. Бля, я ворошиловский стрелок. Нет. Я так играть не собираюсь. Я себе цену знаю, поэтому... Идите, нахуй! С таким отношением.
Так, патроны. Assault rifle ammo. Tyrell, where's Bard now? Gotta be the lab in the back. Stay frosty, I'm on my way. Copy. I'll go on ahead. Возможно, stay frosty означает, типа, оставайся на месте. Типа. Что такое? Так, я начну с райфлом. Если будет легко довольно-таки убивать их. Если у них будет лоу хп, как говорится. То... Ну вот, у него много хп. Вот, чип. 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 Довольно-таки... Бля, вот этот гандон живучий. А, я понял. А ну. Сука, ты, блядь, нормально ходи. Да, ходит как даун, блядь, последний. Реально, я тоже хочу кричать на этого гандона. Вот шо... Шо ты ломишься, мразь, блядь? Шо ты ломишься, блядь? Ломится, 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 ломится. Держи, блядь. Проблюдушка, ебаная. Ты, что насчет тебя? Живой, конечно. Слышь, втихаря сидел, гандон. На. А то, что молчал. Гандон, блядь. Вот так вот. Don't get caught off guard. Ну, смотрите, как бы... Чё по музыке? Стоп! Слышите вот эти звуки? Эти звуки могут быть только у деревянного линолеума. Деревянного линолеума здесь нет, ребята. Ага. Кстати говоря... Spencer Memorial Palm... Palm Fat. Welcome to Senior Memorial Hospital. The heart of Raccoon City. Healthcare, the forefront of science. Ой, да потом. Бля, я думал, это зомбак. У меня нет отмычки. Стоп, а у Джилл нет отмычки? Вроде не было. У меня в сундуке отмычки. Джилл только есть отмычка. Короче, ладно. Короче. Ладно, хоть патронов достаточно. Чё, я о чём хотел сказать? Я хотя бы понимаю, что написано на таких вот простых, типа, на рекламных плакатах, ну, допустим, да? Drug information. Типа, информация, типа, о препаратах. Fulfilling life comes from good health. Полное ощущение жизни наступает с... При хорошем самочувствии. Clean your hands. Мойте ваши руки. Wash your hands, please. Мойте ваши руки, пожалуйста. Patient's best partner. A patient's best partner. Лучший партнер пациентов. Ну, то есть, типа, врач, скорее всего. Они имели в виду. Quality service satisfaction. Quality service satisfaction. Качественно, типа, высокая качественная услуга satisfaction. Бля, я забыл, что такое satisfaction, но знал. Короче, оказывание высокого качества услуг, так сказать. Don't get caught off guard. Не caught, я забыл, что такое. Ну, типа, не оставляйте без присмотра, без внимания эти
кашель, я так понял, каус, сколько помню. When you notice a worrying symptom, когда вы замечаете беспокоящие симптомы, call your doctor, сообщите вашему доктору, ну там у всех, типа, был всегда этот персональный доктор, ну понятно, Америка, блядь, хули. Seek advice. Seek advice. Ну, болезнь какая-то, advice. Или. Ну, короче, бля, вот я опять знал, что такое advice. Забыл. Все, чисто день забыл. Get your help you need. Get the help you need. Типа, получите помощь, которая вам нужна. No matter how high the favor, try to keep a cool head. Не имеет значения, как высока фейва цена. Я не помню. Фейва цена вроде. Try to keep a cool head. Постарайтесь сохранять голову, ну, в смысле, разум, я так понял, в разуме. Оставайтесь всегда с холодной головой, короче. Так, а я не могу соединить... судя по всему, нет. Комбайн. Нет, блядь, трактор. Так. Ну, поехали. Тут тварь, блядь, стучалась, ёбаная. Вот, да, я помню эти места. Тут еще какие-то жабычи, я помню, были. Вообще неприятные. Да, короче, отмычки у нас нет. Ну и потом, собственно говоря, она нам пригодится. Так. Какой-то, ну, я так понимаю, это вакцина, которая нужна Джилл. Ну что это такое? Вот сейчас что было? Это ж я, ну, мне не показалось. Блять. У меня мураши от этого, отстань. У меня мураши, понимаешь? Мураши. Мне не нравится. Гандон. Иди. Нахуй. Блочок. Welcome to the office of Dr. Nathaniel Bard. Please state your business clearly into the intercom. Интерком, я недавно выучил это. Типа как тейп-плеер. Диктофон. Интерком это недавно выучил, это этот самый, как домофон у нас. Чё, слушать надо, да? А чё, не понял. A player for аудиокассет, tapes. А, аудиокассета нужна. Ну да, вот, она пустая. You'll have to put the tape in for it to work. Понятно. Нужна кассета. Диктофон сам не будет работать. Umbrella. Короче, да, ну типа, на самом деле вот Umbrella, ну мы типа все знают, и по фильмам, по это самое, по играм, что Umbrella типа это, ну, такая вот корпорация зла. Но на самом деле... Она вот, если убрать наше представление о том, что вот этот значок и название представляют собой колоссальную угрозу для человечества, можно, типа, легко, ну, типа, принять ее по рекламе, да, что, ну, вот какая-то фармацевтическая компания, которая создает там всякие препараты, да. И действительно в жизни такое может быть, то есть какая-то компания может там продвигать какой-то продукт, и на самом деле она несет какие-то большие-большие... увечья, там, травмы. Ну, или просто пустышки зарабатыванием денег занимается. Да. Ну, в данном случае, конечно, Umbrella наносит всему человечеству непоправимый ущерб. В том числе своим себе нанесла. Nurse Journal September 25. Потому что рынок
Уничтожен. Доктор Бард, are you in there? I'm here to rescue you. Open the door. No voice match found. Voice match? What kind of sci-fi bullshit is this? Sci-fi. я так понимаю, ну это же 98-й год получается. Хотя, я не понимаю, ну то есть, ну да, это 98-й год. То есть компьютеры подходящие, хорошо. Но машины там, блядь, 2010 года, какая-то Honda Accord стояла. Понимаю, как это? Как это? Что-то неладное. Как они заебали пугать, а? Почему я не могу спокойно просто взять и открыть дверь? Почему я должен бояться этого сделать? Ебать. Ну ладно, скрипты и скрипты, ничего не поделаешь. Скрипты, ничего не поделаешь. Лежать! Я команду не давал. Мы встаем. Почему? Да, меня бесит то, что он создает слишком много шума и привлекает мое внимание. Кантонка, блядь. Подлог, посмотри. А я ее даже не заметил, тут темно как-то было. Да. Ладно, у меня в целом много хилок. Ну, пиздец, конечно. Как ты меня... Я точно не могу пробить. Ладно. Мишка. Так, трава. Что? Так как... Как может линолеум скрипеть? Тут нет линолеума. Стульев деревянных тоже нет. Почему стоп? А, все. Как мне дрочит этот гандон, а? Блять, посмотри, а? Вам заняться нечем. Понятно. Минус патрон. Или оживет он. Да, вообще изи, кстати. Но, скорее всего, просто минус патрон. Мараз, а? Ты посмотри на меня. Лишь бы меня потрунить, лишь бы задеть меня. Лишь бы, чтобы я обосрался, гуян.
целом так и надо. Чё, это ж резик. Учитывая, какой это резик. В целом... Не, ну я не скажу, что тут не страшно. В целом, если погружаться, вот с погружением, да, так сказать. Ну, довольно-таки страшно. Да куда ты прёшь, блин? Ля, он не понимает, куда идет. Он вообще без понятия. Та... Ты тоже, блядь. Не капай на мозги. Не, ну хилиться пока не буду. Чё, оранжевую? Смысл хилиться? Только проебу хилку. Ну, половину хилки проебу, получается. Найс. Я не точно, не совсем понимаю, куда мне надо идти, но пойду налево. Да, hospital map. Сюда, сюда. Records room, о. Я что-то слышал про эту комнату из записок. А, все, это типа сейвик. Я понял. Нас Нурси Journal September 27. Найс. Nice. Nice. Так, сюда. Весь лут мой. Assault Rifle Ammo мой. Вот. Так. Ну, соединяем чё. Комбайн. Во-первых, нужно скинуть две хилки. Вот. Я думаю, мне две достаточно. Достаточно же? Ну, должно быть, да. Три флешки оставляем. Вот это сюда. Тейп-плеер. Потому что пока что он бесполезен. Патроны оставляем. Делаем сохранение. Так. Это он типа... Не, это он бьет, кстати. Это не, он не уворачивается. Или потому что он надамажно. Он типа так себя ведет. Похабно. Так, ну короче. Окей. Охраночка присутствует. Так, тут у нас что? Staff room. Комната материала. Какого материала? Ой, нет. Я перехотел. Ладно, выбора нет. Сколько я стримлю? Всего лишь 54 минуты. Или этого достаточно на сегодня? Не знаю, не знаю, не знаю. Я хз. Ладно, мне в целом сегодня не так уж мало времени. Короче, если сегодня еще останется время, я поиграю. Вот. Если сегодня еще останется время, я поиграю. Вот. Подрубать, не подрубать, хз. Ну, сам поиграю, короче, без вас. Ну, как без вас? Я и так, по сути, один. Даже если было бы 10к онлайна, я, по сути, один. Поэтому, да. На этом все. Вот. Не, ну кайф. Так. Всем пока. Ожидайте видос 27 числа. По нулям.